Они, короче, на ТМ-ке въебали. Да, на ТМ-ке они пошли в штурм, оказывается, нахуй. Когда я приехал какой-то долб***, самое высшее руководство, сказал, который надо, они пошли в тупую штурм, нахуй. Бэха поехала вперед, нахуй, ебалась на ТМ-ке, блядь. Они высиделись как шуму пи***а, там, блядь. Серега, что водителем, блядь, был Бэхи, нахуй. Они пошли в Бэхи, нахуй, второй. Их закрыли, нахуй, у них ходы съебались, блядь. После Серега нашел водилу, нахуй. Потом, ну, Серега таскал вчера из Старшова 300, он от потери крови скончал. И мало этого, блядь, и Жеку таскал, нахуй, перетаскивал в живую бэху, нахуй. И они только с бэки дернулись, нахуй, таким пуас прилетел, блядь. Их сколько было вообще? 8? Бэх. Одна бэха всего лишь уехала. 7 пизд. Первая рота пошла, блядь, вперед, нахуй, а пацаны, точнее, близнецы, они, короче, блядь, вообще со старшим были. Старшой сказал, придерживайтесь меня, нахуй. Вот и все, старшой бы живой остался, если бы кровью не истек.